Я стоял возле посольства, где возле гостиницы, откуда выезжал кандидат в президенты Царев. Вот он выехал, и потом напротив все побежали. Мне сразу бросили камнем, кирпичом. Кирпич попал по касательной, ну, успел вернуться, как попал в голову. Потом ко мне подъехали, там проезжала машина, я так понял, волонтеры медицинские, которые мне оказали первую медицинскую помощь, замотали все. Я пошел домой, никого не трогал, как бы. Потом, когда я уже дошел до 9-й фонтана, напротив ехала пророссийские активисты, которые ехали в машинах напротив меня. Они вышли, повалили меня на землю. Начали сбивать ногами и битами. Ну, один там среди них оказался нормальный человек, который меня успел... Сказал, что я военнопленный. Затащили меня в трамвай. И мы поехали на Куликово поле. На Куликовом поле меня насильно вынесли. Подруги избивали. Донесли меня... Туда силой, как бы я ни шел, меня, грубо говоря, несли. Занесли на Куликово поле и сказали, что я буду выступать сейчас. Меня покажут по, как у них там на сцене, вот это все дело. Какой я бандеровец приехал там из этого, со Львова. Ну, слава богу, что там по пути я всеми силами милиционеров наших... Моргал им там, маяковал, говорю, заберите меня, потому что меня убьют. И вот они потом уже меня, сами милиционеры, посадили в скорую помощь, которая меня сюда привезла. Потом скорой помощи было очень тяжело оттуда уехать. И там и били палками скорой помощи по машине со мной. Угрожали, хотели меня вытащить назад. Такое все, слава богу. Реально я... Очень испугался, никогда в жизни я так не боялся. Реально очень страшно. Очень. Забрали все, пустые карманы. Вот 50 копеек осталось в кармане. Телефон забрали, ключи от машины забрали, ключи от дома забрали. Перочинный нож у меня был в кармане, забрали. Ничего не оставили. Больше ничего нет, не позвонить никуда. Хорошо, я тут рядом живу, так что. Хорошо, скоро буду дома. Я надеюсь. Чувствую себя хорошо. По-любому. На нашей стороне правда. И на чьей стороне правда, тот всегда и побеждает. Правда на нашей стороне. Не на их. Я ничего им плохого не сделал, никого не бил, никого не оскорблял. Мой автомобиль вылетает через 10, иначе мы...